heavy metal. Третий день я по парку. Вот так вот напяливаюсь, чтобы потеть, и пот скапливался. На самом деле на улице тепло. Футболки хорошо. Решила не делать каждый день по чуть-чуть. Что, мол, вот я на дорожке, вот я бегаю, хожу. Решила делать те видео, не буду заряжать в монтаж. Говорю вам о том, что третий день иду по парку. Прохожу по 7 с лишним километров. На лавке делаю пресс. На парке, конечно, ходить тяжелее. На дорожке я могу держаться за поручни. И когда ногам еще тяжело, много веса. И когда идешь по парку, тут придержаться не за что. И нет у меня палок для скандинавской ходьбы. Вот. Иду в нормальном, хорошем ритме, как и на дорожке. 6 километров в час. Потому что за час я прохожу 6 километров и сколько-то метров. Но я иногда бегаю. Последний круг у меня вообще идет на ускорение. Здесь один круг по парку. Где-то 1,5 километра. Вот. Конечно, тут классно. Белки, птицы. Хочется подойти, сфотографировать, снять. Потому что такие кадры были бы хорошие. Но дала себе установку, пока не пройду свои 7 кругов, не отзанимаюсь никаких белок. Вот. Результат у меня есть. Я 11 дней занимаюсь и питаюсь, и хожу без выходных. На сегодняшний день у меня 5 килограмм потеря веса. Водичка уходит. Чему я безмерно рада. Пошли дальше, потому что держу дыхание. А как начинаю разговаривать, дыхание это теряется. Ох.